25 декабря в зале администрации прошло итоговое аппаратное совещание руководителей отделов и ведомств муниципалитета текущего года. Глава города Зайнуддин Акмазов поинтересовался положением дел по факту возгорания торговых объектов по улице Мира. В продолжении был заслушан отчет ответственных лиц по коммунальным вопросам. Информацию о ситуации в городе в плане подачи тепла, воды и электроэнергии предоставил главный инженер управления коммунального хозяйства Султанпаша Саидов. Водоснабжение города осуществляется от водозабора «Аккаш». Вода поступает в достаточном количестве. Значит, введенное в эксплуатацию новое озеро работает нормально. Прозрачность воды нормальная. Вот. Замутненная вода в сеть не попадает. От нового озера вода идет в город? Да. Туда нормально поступает? Полное уже озеро? Дерь реки тоже позволяет, нормально поступает. Декабря и с включением 8 января 2019 года бригады, значит, организованы из числа линейного персонала, необходимым запасом материально-технических ресурсов. Из них назначены ответственные лица из числа инженерно-технических работников. Вот. Ну, сделаны, значит, посмотрели, графики есть, мы представили утвержденные графики. Далее первый заместитель главы администрации Бадыр Ахмедов доложил о ходе работ по проведению концертных мероприятий, подготовленных творческими коллективами Дворца культуры «Спартак» и Центра традиционной культуры с привлечением подопечных социальных учреждений города. Подготовка елки, вернее, вот эту стойку привезли, установили, сейчас собираем, буквально сегодня начинаем. То, что касается игрушек и оформления самой площади Батыр-Мурзаева. По программам у нас основной концерт 28 числа в ДК «Спартак» и 31 мероприятия на площади Батыр-Мурзаева. Сами программы подготовлены, они у меня. Если вопросов никаких не возникает, все в соответствии с теми планами и программами, которые утверждены вами. В завершении совещания была проведена церемония награждения дипломом первой степени и сертификатом Министерства молодежи Республики Дагестан город Хасавюрт за реализацию проекта в рамках Года добровольца. Также глава города Зайнуддин Акмазов поздравил победителя республиканского конкурса среди школьников «Лидер 21 века» ученика гимназии номер 2 Дэнни Багабова. По итогам собрания руководителям муниципальных ведомств и учреждений были даны соответствующие поручения. Зарема Хайбулаева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».